Настоящий праздник музыки устроил в Чебоксарах знаменитый хор турецкого. В преддверии 8 марта мужчины признались в любви всем женщинам республики. Программа так и называлась «Вам, любимые». Хор выступил в неизменном составе. Песни народов мира, эстрада и классика, оперы, мюзиклы, религиозные песнопения. Нет такого жанра, который бы не смог исполнить хор. Дирижировал всем этим великолепием Михаил Турецкий. Коллектив называют рекордсменами популярности. За 25 лет более 5000 выходов на сцену и 3 миллиона километров пройденного пути. В хоре турецкого собраны уникальные голоса. От самого высокого тенора альтина до глубокого баса профунда. Артисты пели более чем на 10 языках. 2 часа на сцене звучали лучшие образцы мирового и культурного наследия. У нас отличное настроение в преддверии 8 марта. Здесь глава региона посетил нас своим вниманием. И не только нас, женщин Республики Чувашия. Потому что самое дорогое в жизни настоящего мужчины – это женщина. И когда мы по-настоящему любим свою женщину, мы готовы на нее даже молиться.